что она сделала? Сейчас опять будет голубая, я знаю, меня тянет на этот цвет. На голубой? Я же говорю. Да, вы еще она еще экстрасенс, потом да. Я голубую. Опять. Хорошо, вот эта карточка смотрит на меня. Так. Вы обсуждаете интимные детали своей личной жизни с друзьями, обещая при этом своему партнеру, что ни с кем не будете это обсуждать. Ну, я так... никогда не обсуждаю интимные детали своей личной жизни практически ни с кем. Угу. Собственно, это не всегда хорошо. Не всегда хорошо, ну, не обсуждать? Да. Угу. Даже это даже не касается, не стопроцентно касается интимных деталей. Это вообще, в принципе, касается моей личной жизни и отношений с мальчиками. Девочки всегда делятся какие-нибудь. Да, я вот такая странная девочка. Я очень много лет вообще ничего не рассказывала, даже родителям. Угу. Мне казалось, что это лишнее. Мне казалось, что, допустим, рассказывать родителям, это они будут слишком волноваться, потому что меня обычно тянет на неправильных людей. Угу. Вот. И, соответственно, зачем им рассказывать какие-то детали, которые могут сделать им заметь, больно? Я ничего не спрашивал. Да. Вот. Поэтому я не рассказываю ничего. Последний, может быть, год я немножко делюсь какой-то своей внутренней болью, но нет, интимными деталями нет. Тогда они становятся неинтересными, как только ты делишься. Понятно. А делитесь вы болью для того, чтобы эту боль нивелировать? Как-то поделились, и боль ушла? Я в смысле не понимаю, делиться нет, этой болью, загрузить близких? Нет, наверное, ищешь какого-то совета. Но, скорее всего, просто делишься, да. Угу. Потому что я очень много лет копила это внутри себя, угу. Никому не рассказывая. Сейчас я решила попробовать, а вдруг что-то изменится. Хороший месседж, правильно. Насчет плохие мальчики все сделали стойку, они понимают, где их жертвы. Так, ну и последнее, третье. Нет, не надо, все, хватит уже. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».